Мы озвучили истории детей и подростков, которые не могут сделать это лично. Мне было 10 или 11 лет, когда я впервые узнала о своем заболевании. Раньше я спрашивала себя, почему я пью таблетки, а другие дети нет. Потом я стала посещать встречи и тренинги, где нам рассказывали про ВИЧ-инфекцию. Каких-то страхов или опасений у меня не было и нет. Когда я рассказала о диагнозе близкой подруге, с которой мы дружили 7 лет, она стала меня избегать. Мне было очень тяжело, потому что мы дружили столько лет, и я во всем ей доверяла. Сказать честно, я очень не люблю принимать таблетки каждый день. Но я все равно пью их почти на автомате и потом иду заниматься своими делами. На сегодняшний день я хочу сдать ЕГЭ и получить образование в сфере туризма. Я думаю, что главное для меня и для всех, кому сообщили о диагнозе ВИЧ-инфекция, это не бояться и не замыкаться в себе. Мы продолжаем жить и мечтать. Мы ставим перед собой цели и добиваемся их. Мы хотим влюбляться. Мы хотим заводить семью.